Ситуация с мусором во дворах Кирова тоже начала решаться. Сегодня в правительстве области прошло экстренное совещание. К проблеме подключилась прокуратура. А еще грязную тему Кирова накануне показали на федеральном канале. Видимо, это и послужило сегодня спешной приборке во дворах. Почему в начале января исчезли контейнеры и когда в Кирове урегулируют вопрос с вывозом отходов, знает Ирина Сырцева. Мусорный контейнер на Уральской 4, по словам местных жителей, исчез еще в конце этого года. Не появился и до сих пор. Мусор, который к тому же никто не вывозит, люди складывают прямо на земле. В управляющей компании Октябрьского района, на балансе которой дом находится, пояснили, мусороприемник убрали специалисты спецавтохозяйства после того, как управленцы не стали подписывать новый договор подряда. Во-первых, договор поступил в конце года, в последних числах. Праздники и тарифы, соответственно, повышение. Мы ведь собственниками точно так же утверждаем тарифы. И каждый рост тарифа нам приходится выходить на собрание, увеличивать стоимость для жителей. То есть здесь все эти выходные дни шли встречи переговоры, с жильцами? Переговоры, конечно. Нет, не с жильцами. Причем тут жильцы-то? То есть тарифы остались на прежнем уровне, получается? На сегодняшний день все вопросы по договору урегулированы, тарифы согласованы. Рост имеется, но он небольшой. Правда, цифру роста в этой управляющей компании нам не назвали, потому что договор еще не подписан. Как обстоит ситуация в других управляющих компаниях, неизвестно, но ТБУ во многих местах уже начали вывозить. Вот так двор на Ленина 10 выглядит сегодня. Баки пустые, вокруг мусора тоже нет. А вот как выглядела эта площадка все праздничные дни. Хотя так быть не должно, уверены, например, в Роспотребнадзоре. Там уже заинтересовали ситуацией. Есть санитарные правила, которые регламентируют требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. В соответствии с этими санитарными правилами, которые я назвала, мусор должен вывозиться ежедневно. Сейчас вместе со специалистами Роспотребнадзора начали свою проверку прокуроры. По их данным, именно информация в СМИ стала поводом для ее начала. А еще по неподтвержденной информации этому вопросу было посвящено сегодня заседание в региональном правительстве. И завтра зампред администрации области собирается лично ознакомиться с ситуацией в кировских дворах.